ко мне половина пятого, то есть меня взяли тепленького. Утра. С утра, да. Тепленького приду. Был человек, который стоял с ключами и говорит, у меня звонка там не было в доме. Он говорит, я могу вам открыть эту дверь. Зачем резать? На что они им сказали, постой. Это тебе не касается. Вырезали дверь, а потом, естественно, я... Была специально сделана в виде устрашения. Чтобы подавить меня психологически. И сразу вы обвиняетесь в том-то, в том-то и в том-то. Я не мог поверить своим ушам. Вы понимаете, тут у меня с Авраамом прекрасное отношение. Прекрасное. И мою фамилию забыть он никак не мог. До сих пор помню, что он приехал с Кипра, притом приехал, можно сказать, кто-то на ботинках, как ходил в Икос. Я до сих пор о убийстве, и это было его личное деловое отношение, потому что...